dvhub.ru. 18 марта 2018 года на территории Еврейской автономной области у нас пройдут выборы президента Российской Федерации. Всего по данным избирательной комиссии Еврейской автономной области у нас образовано 184 избирательных участка и 6 территориальных комиссий. В голосовании примут участие у нас более 130 тысяч жителей области. В соответствии с представленными данными в Управлении внутренних дел произведен расчет сил и средств сотрудников, которые будут задействованы в период проведения подготовки и самих выборов 16 по 18 марта 2018 года. Охрана общественного порядка будут задействованы более 800 сотрудников. Кроме того, к участию в обеспечении охраны общественного порядка у нас задействованы сотрудники Росгвардии, значит, также члены добровольных народных дружин. На участках избирательных будут нести службу по 3 сотрудника полиции. То есть сотрудники полиции проинструктированы на обеспечение охраны общественного порядка в период голосования. Также проинструктированы на вопрос предотвращения возможных террористических актов. То есть здесь не важно, какой категории граждане голосующие. То есть наша основная задача — это обеспечение охраны общественного порядка и антитеррористического защищенность нашего населения. Вот проведение выборов, за сутки до проведения выборов у нас день тишины. То есть основные нарушения, которые могут встречаться или встречались, это агитационная деятельность граждан. То есть соответствующим образом агитация у нас запрещена, это подпадает уже под административную ответственность. Но все мы прекрасно понимаем, что для граждан выборы президента — это своего рода праздник, да. Поэтому если человек будет в состоянии, не унижающем человеческое достоинство, значит, ему будет предоставлено его законное право проголосовать. Если человек будет находиться в неадекватном состоянии и не в состоянии передвигаться, то однозначно, значит, он будет изолирован с места проведения голосования и привлечен также к административной ответственности. Запланировано посещение наших изоляторов временного содержания уполномоченным представителем по правам человека, где в том числе эти вопросы будут обсуждены и наглядно показано, что данное право будет гражданам предоставлено. dvhub.ru